Тигр. Ой, кота, кота, кота. Кота, 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 кота. В жизни. Ой. 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 Здравствуй. Ами, отстань от него. Я вас... Всем привет. Ой. Ами, здравствуй. Всем привет, ребят. Что такое? Нет, я не курю сигарету. Что такое? Что такое? Ой, злая собака. Видели такую злую собаку? Видели? Да подожди, ты неугомонная. Видели такую злую собаку? На кого похожа? На кого похожа мамина клуб? Ой, какая злая собака. Мама, какая злая собака. А глаза, глаза, глаза. Ой, господи. Она этого... Тебе удобно стоит, Сазай? Атенька, нормально все у тебя? Малая начала обрастать. Да хватит кусать меня. Атюшенька. Атюш. Ну ты там решил присесть, да? Она Ами. Сирануша надо в домашней обстановке, да? Атюшенька. Мелкой 7 почти. Атенька, солнышко, солнышко мое. А что такое? Нога моя хорошо, спасибо большое. Кто кусается? Костюм, пиджак и брюки Лиме или Лайм, я не знаю, как правильно эта фирма называется. За ним охотится. Потому что она чистая сирануш, на нее посмотрите. Ами? Атюш, у тебя все хорошо? Да? Нет, настроения нет, родной мой. Что такое? Вы знаете, нет, она вот перелиняла, у нее такой подпалый цвет будет, она не будет чисто черная. Что? Ты поговорить хочешь? Ну, давай, разговаривай. Расскажи, давай. Ну что, ты поговорить хочешь? Ай-ай-ай. Опа, скажи. Вот так, вот так. Ами. Какой страх перед 30-летием? Что, 30 лет это все старость? Что за глупости? Он тебя достал? Отстань от него. Ламинат или паркет, как правильно называют. Так, ребят, на самом деле, я давно не выходила в прямые эфиры, вот, поэтому, честно, желание читать гадости и что-то в этом роде, отвечать на однотипные миллион первый раз вопросы у меня, честно, нету, поэтому давайте сделаем то, зачем мы здесь все собрались. Всем привет вновь прибывшим, выберем победителя в конкурсе, вот, и
попрощаемся. Я надеюсь, они смогут это дать сделать. Ой, господи. Так, подождите секундочку. Ами! Ну подожди! Мамин, солнышко, мамин. Отстань от него, мамин. Ты играться хочешь? Принеси мячик или Спанч Боба, принеси. Спасибо большое, мне очень приятно. А, многие говорят, что очень сильно я изменилась. Вот, да, я очень сильно похудела, да, с лицом я скулы не делала никогда. Я, давайте завтра или послезавтра я выложу пост по поводу того, что я делала. Вот, ну, как все догадались, я подправила губы, естественно, потому что они очень неровно сдувались, были неправильной формы, где-то западало, образовывались дырочки, губы я не исправляла полностью, я сделала 0,5 в две губы, просто доколола образовавшиеся ямки. Пока я не готова полностью их убрать, потому что это 3 недели надо ничего не колоть, чтобы исправить. Вот. И так как я очень сильно похудела... Да хватит вам! И так как я очень сильно похудела, конечно... Ами! Да, я все делаю у Пасихат. У меня образовалось... У меня вот здесь вот начала провисать кожа, так как я не хочу ни колоть ни ботокс, ни нити. Все-таки еще рано. И мы заполнили гиалуроновой кислотой вот здесь вот углы. Вот. Это единственное, что я сделала. Вот. И я начала проходить курс плазмолифтинга, потому что мне... А ботокс и био мне очень больно делать, я не выдерживаю. Худела как ничего не ем. Привет Еревану. Ами, ты сейчас выхватишь у него. Атечка, она тебя заебала, да? Моя зайка. Достала тебя. Уйди. Я же вам объясняю, что лицо я колю. Теперь я делаю курс плазмолифтинга. Вот. И я сделала себе углы. Я сделала себе углы, чтобы подтянуть, натянуть кожу, потому что за счет резкого похудения образовались брыли. Ну вот так 24 часа в сутки. Мой, блин, мой мальчик, мой, да. Мой родной. Да. Ну все, я тебя люблю, да. Так что. Успокойся, сиранусь, моя, сиранусь. Это что за борцуха? Это что такое за борцуха такая? Кто себя так ведет? Ой. Блески у меня все Ланком. Макияж я делаю только, если надо куда-то выйти. Ати весит 2400, он уже далеко не пушистик, у него, к сожалению, к моему великому началась алопеция. Вот, но от этого меньше
я его любить не стану, да, моя жизнечка? Ну и что скажешь-то, да? Ну, лысею, ну, генетика, ну, ничего, да? Ничего, скажи. Нет, черная похожа не на меня, а вот Атька похожа на меня. Черная у нас не в женскую линию пошла. Ами, на кого ты похожа? Знали бы они, да, на кого ты похожа? Микродермал на правой щечке. Губы сделаны, конечно. Брови крашут тенями. Девушка, давайте вы учить меня не будете, что нужно было, что нет, для особо одаренных. Последний раз объясню, для самых умных. Вы можете брить, стричь, если есть генетически в роду алопеция, а она проявляется у мальчиков к 3 годам, в любом случае она вылезет. Ами! Я тебя пришибу сейчас, оставь его в покое. Сейчас оба выхватите у меня и в угол пойдете. Да. Спят они спокойно. Вот. Они поделить друг друга не могут. Вот на тебя пока не накричишь, ты не понимаешь по-хорошему. Что ты смотришь теперь, сидишь? Я с тобой разговариваю. Нет, я не тебя ругаю, ты хороший. Нет, ты хороший, да, ты послушный. Садись, все. На эту посмотрите. Типа она ни при чем. Ами. Здравствуй. Не трогай его. Ами. Так, ребятки, у меня 10%, я уже сказала в начале эфира, что я сделала с губами. У меня 10% осталось зарядки, чтобы не сел телефон. Давайте быстренько выберем победителя. Сейчас я зайду на второй свой профиль. Да, с маленькими детками лучше такую собаку не брать. Я выложу пост по поводу того, что я делала, у кого, а по поводу препаратов, честно, я не могу вам сказать, потому что я доверяю полностью своему косметологу Пасе, поэтому все, что она решает нужным делать, мы делаем, а какие препараты уже тогда спросите лично у нее, когда перейдете по ссылочке в ее профиль. А губы, форму я не меняла, я еще раз повторю, я по своей форме чуть исправила, где гиалуронка ушла. 0,5 я сделала на 2 губы. Про похудение 1 000 000 раз уже выкладывала, за 3 недели я со счета сбилась, сколько раз я это сделала. Так, открываем, где был конкурс. Открываем комментарии. Ами, все. Да подожди ты. Вот, и начинаем тогда. Ами! Вы можете дать маме поработать? Пожалуйста. Смотрите, у него даже глаз не видно. Ами, кто себя так ведет безобразно? Не надо меня просить прощения, ты не виноват. Все, сядь. Сядь, подожди. 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 Ну, подожди, говорю. Не надо. Я не тебя ругаю. Нет. Нет, ты хороший. Нет. Ты хороший мальчик. Так, ребят, подождите, пожалуйста. Еще раз. Так, все. Ать, ну ты хотя бы подожди. Да я же не ругаю тебя. Девочки, у меня свои волосы, не нарощенные, не заплетенные, не вплетенные. Все мое, блин. Так, поехали. Реснички нарощенные, да. Так, вот девушка.
Не знаю, есть в эфире вы или нет, но я вас поздравляю. Напишите, пожалуйста, в мой второй профиль, на вторую страничку. Вам администраторы ответят. Сейчас, секунду. Я не стриглась под каре. Я сделала только... потому что методом тыка. Я до какого момента посчитала нужным, до того я и пролистнула. В смысле, почему вы не пролистываете до конца? Все. По поводу косметологии я выложу пост. Поэтому всем хорошего вечера, отличного настроения. Надеюсь, понедельник не такой тяжелый, как бывает у многих. Вот, я пока эфир сохраню ненадолго, вот, поэтому, кто не успел, посмотрите его сначала. Всем отличного дня и ночки. Спасибо, я вас тоже была рада всех видеть.